Наступствы непогоди подсумовываюць па краіне. Моцны ливень накрыў Магілёў. По информации Магілёўскага аблгидромета, менавіта на областный центр прыйшлася самая вялікая колькасць ападкаў па рэгіёне. За ноч тут выпало 15 мм. По шматгадовых назіраннях у другой декаде ліпеня у нашем регионе выпадая прикладно 18 мм. У адрозненні от суседніх Мінскай і Вітебскай областей, на Магілёўшчыне дождь не пошкодил линии электропередаж, не зафиксировано порушение энергозабеспечения. По информации синоптиков, на тыдне захаваются теплое и дождливое надворье. До пятницы прогноз обещает, что день короткочасовые дожди. Температура будет вздыматься до 28 градусов.